Всем привет! Это я со своими помидорами. Помидоры буду пропускать на сок томатный, самый вкусный домашний сок. Итак, поехали. Все томаты, которые не кондиция, порченные, неправильно отросшие. Главное, чтобы были спелые. Остальное не важно. Вот. Все вот это вот отрезаю, пупки все эти желтые. Так вот беру все это, отрезаю, перерезаю и в блендер. Очень мне нравится этот блендер погружной. Милое дело. Скажите, почему я кожицу не снимаю? Ну, кто-то не снимает ни кожу, ни семечки не убирает. Я убираю, ну как я убираю? Я это сейчас все пропускаю, а потом от сито, на сито откидываю. Так что вот такие дела. Пропустила я, у меня уже кастрюля подготовлена, выливаю я на сито весь сок перебитый томатный. Можно в горлодер сделать также. Баночки я уже простерилизовала с крышками, воронку тоже. И вот так вот венчик у меня обычный, очень удобно. Вся ненужная шкурка, семечки остаются на ситечке. Это делается очень быстро венчиком. А сок уходит туда, в кастрюлю. Мы его будем кипятить и разливать по банкам. Видите, как быстро. Можно, конечно, шкурку снимать, обдавая кипятком, чистить, зачищать. Я делала так, но мне что-то не понравилось. Долго слишком. Целое ведро чистить мне легче вот так вот. Вот, все. Здесь остается только семечки и кожа. Ну, кто любит с этим, может и с этим варить сок. Ничего страшного. Это тоже полезные витамины. Клетчатка. Все, это у меня пойдет на выброс. А сок буду продолжать еще добавлять туда. Сейчас еще, пока все ведро не перережу, не пропущу через блендер. 6-литровая кастрюля у меня вот тут такая. Мне хватает на 4-литровых банки выходит сока. Ну все, а вот это вот. Ну все, накрутила я сока. Вот такой вот сок вышел густой. Буду кипятить на медленном огне, снимая периодически пену. Час, наверное, минут 40. Потом разолью по банкам. По вкусу добавлю соль, сахар. Можно ничего не добавлять, если у вас вкусные сладкие томаты. Уксус не надо, лимонную кислоту, ничего не надо. Сами томаты, они, у них своя кислота.